Шамонова сейчас пытается уйти, но достала ее Гапешина. Старается подышать Шамонова. Неплохой ответ от Шамоновой, да? Да, в голову, потом в туловище. И опять вблизи продолжает работать Гапешина. Хороший правый встречный от Шамоновой. Да. И отвечает двойным джебом Гапешина. Левый по корпусу. Да, отличный бой. И снова туда, да, в печень куда-то. Шамоновой. А тут Гапешина левым. Отлично, еще минута голову. Остается до конца. Вот. Финальная минута. И какой темп. Шамонова в одиночном навстречу. Хорошая двоечка от Шамоновой. Последние секунды. Неплохо левая работает Шамонова. И опять правый в голову, левый в корпус, правый снизу от Гапешиной. Все, бой окончен. Очень равный бой. Очень интересно будет. Не знаю, сразу вынесут решение судьи или опять будет смотреть видео. Единогласное решение. Вот победу как. По очкам в финальном бою и звание чемпионки России завоевала спортсменка из красного угла. Да, Анастасия Шамонова побеждает в очень-очень Еще раном. Одно золото Краснодарский край получает. Напряженном поединке. Для награждения медалисток в ринг... А у Гапешиной второе серебро на чемпионате России.